А вот кому надо будет обращаться студентам Академии народного хозяйства и государственной службы, пока не очень понятно. Сегодня стало известно, что филиал учебного учреждения, который находится в Иркутске, ликвидируют. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин. Кроме филиала Академии в столице Прибайкалья прекратят свое существование еще 4 учреждения – в Ижевске, Саранске, Пскове и Тольятти. Как пояснили в пресс-службе московского филиала ТАСС, решение о ликвидации подразумевает структурное обновление Академии народного хозяйства и не означает прекращение ее работы в регионах. Стоит отметить, что это уже не первая массовая ликвидация данных учебных учреждений. Так, в 2018 году в России закрыли 7 филиалов Академии.